Скажи, пожалуйста, какие предприниматели выиграли конкурс перевозчиков? Значит, есть такой ИП «Выяславушкин» и ООО «Керчтранс». Индивидуальный предприниматель Веславушкин выиграл маршруты номер 2, номер 3, 4, 18, 24 и 35. Керчтранс 6, 7 и 19. Больше всего нравится Керчтранс, да, машины в идеальнейшем состоянии, чистые, ухоженные, парк обновлен, ну то есть любо-дорого посмотреть. Что касается ИП Веславушкин, ну конечно послабее, но опять перевозчику даны сроки, чтобы он исправил замечания все, поэтому я думаю, надеюсь, сколько что времени? Ну, в течение месяца. Работать они начали с 23.09. Завтра даем объявление в газету. С 1 октября они начинают возить полностью всех льготников. Договоры на сегодняшний день между администрацией и предпринимателями заключены. До 1 числа должны заключить с Министерством труда, чтобы начать с 1 октября возить все льготные категории граждан. А по какое число? На 6 месяцев. Значит, наш транспорт идет с 6 часов до 11, и на Порт Крым идет еще 2 автобуса ночных. Но четкое расписание я вам как бы в данный момент не могу сказать. Сколько их всего, этих белых автобусов, и какой у них интервал движения? На сегодняшний день на линии 41-14, пятерка 9, единица 8. Интервал движения где-то, я думаю, в районе 15-20 минут. В белых автобусах будет ли какое-то объявление, что льготники там могут проезжать? Так, дело в том, что льготники ездят сейчас уже в полном объеме. У них есть договор уже с Министерством труда, и наши муниципальные автобусы перевозят полностью все льготные категории. Просто многие пенсионеры и льготники не знают, то, что там бесплатный проезд. Сейчас переговорим с нашим МУПом и повесим объявление. Хотя бы при входе, потому хотя бы на входе, да, согласен. Многие не понимают. Согласен.